Последний день осени в Одесской области зарегистрировали 287 новых случаев коронавирусного инфицирования. Среди новых больных 98 одесситов. От осложнений болезни скончались 26 человек. В Министерстве здравоохранения отметили, что побороть недуг смогли 1288 жителей региона. По состоянию на 1 декабря в больницах Одессы находятся 528 пациентов, из них 436 в тяжелом состоянии. Свободными остаются 491 койка для госпитализации людей с COVID-19.